портал в bet.ru расскажет, как с помощью соды и уксуса сделать старые полотенца лучше новых. Однажды я была со свекровью в магазине. Старые банные полотенца совсем потеряли мягкость, да и вид их давно не радовал. Я хотела купить новые, но свекровь рассказала удивительный лайфхак, который позволяет вернуть былую мягкость. Сначала я не поверила, но пришла домой и решила попробовать. Долгое время я страдала от того, что большинство полотенец быстро теряли свое первоначальное состояние. Я пробовала разные способы, чтобы это предотвратить. Смягчитель ткани оказался бесполезен. После нескольких стирок полотенца не пахли свежестью, а о былой мягкости прикосновений и вовсе пришлось забыть. Я каждый раз отправлялась в магазин, чтобы купить новые банные полотенца. Однако ситуация повторялась. Сначала они были пушистыми, даже после первых нескольких стирок, но по прошествии нескольких месяцев становились крайне неприятными в использовании. Я думаю, что вы тоже неоднократно сталкивались с такой проблемой. Как бы сильно вы ни старались, рано или поздно полотенце все равно теряет свою мягкость. После нескольких стирок оно становится совсем не похоже на то, которое вы недавно купили в магазине. Возможно, способ, который подсказала моя свекровь, тоже пригодится вам. После его применения вы сможете наслаждаться мягким и пушистым полотенцем, как будто недавно купили их в магазине. Я потратила немало денег, покупая новые полотенца всякий раз, когда старые теряли свое качество. Однажды свекровь остановила меня от покупки полотенец в магазине, сказав, что с содой и уксусом старые станут лучше новых. Оказалось, это на самом деле волшебный лайфхак, который я вам расскажу. Хорошая новость состоит в том, что вам не потребуются уникальные средства. Достаточно использовать стакан уксуса 10%, а также полстакана пищевой соды и, конечно же, полотенца. Обязательно нужно отсортировать все полотенца по цвету, прежде чем отправить в стиральную машину. Уксус нужно добавить в барабан, а затем выставить программу стирки на 60 градусов. Вы не должны использовать дополнительные средства. Не нужно ни моющее средство, ни смягчитель ткани. Дождитесь окончания стирки. После этого на полотенце, которое еще находится в стиральном барабане, насыпьте пищевую соду, а затем снова используйте программу с высокой температурой. После окончания очередной стирки останется достать полотенце, аккуратно разложить их и дождаться высыхания. После простой процедуры изделия снова станут мягкими, а их прикосновения будут невероятно нежными. Полотенца становятся лучше, чем новые. А вы уже пользовались этим лайфхаком? Вам понравилось? Пишите ответы в комментариях. Видео подготовлено порталом ifbet.ru. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.